Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас совместное видео с девчонками и будем мы снимать о фаворитах года. Итак, сначала хочу вам представить тех, с кем мы подготовили для вас это видео. Во-первых, это Катюша, Светик, Женечка. Я не буду долго их расхваливать, вы можете сами перейти на их канал и посмотреть. У каждой есть что-то интересное, полезное, и я уверена, что вы найдете действительно для себя нужную информацию. Итак, давайте перейдем к видео. Я хочу сразу сказать, я не буду очень подробно рассказывать о каждом продукте, который мне очень и очень полюбился, потому что часто в моих видео вы могли уже о нем слышать, конечно же, видеть, и поэтому я постараюсь показать свои фавориты за год во всем, в чем только я вспомню и смогу действительно вам передать. Ну и начну, конечно же, я с каких-то косметических продуктов. Давайте скорее приступать. Итак, самым любимым продуктом, наверное, за последние лет 5 у меня остается вот такое очищающее молочко от Clinique. То есть это не совсем молочко, им просто умываешься, трешь глазки и абсолютно любой макияж снимает. Это моя самая любимая вещь во все, наверное, времена. И лучшие средства я не встречала, только лишь одно наравне от Сибирского здоровья, которое, к сожалению, я не могу вам показать, так как у меня нет тюбика. Гамаш от Сибирского здоровья, Арит Ньюр, очищающий гамаш, останется моим, наверное, тоже абсолютным фаворитом. Вот так вот он выглядит, очень классное средство, много-много раз я вам о нем рассказывала. Наверное, никогда не бывает такого, чтобы у меня не было вот этого скраба, очищающего абрикосовые косточки от Чистой линии. Абсолютный фаворит, подходит для глубокой чистки лица. Я перепробовала очень много разных пенящихся муссов для умывания, которые подходили на утро. Мне очень нравится вот этот от Натуры Сибирика, очень экономный, хватает действительно надолго, хорошо очищает, подходит для утра, как ничто другое, потому что приятное ощущение и на коже, здесь на какое-то увлажнение. Для жирной кожи действительно подходит хорошо. Я осталась в восторге и думаю, что, скорее всего, куплю именно его еще раз. Моими фаворитами всех времен остаются вот такие два крема от Биолита. Крем для рук питательный и крем для ног смягчающий. Здесь 300 мл, большой объем, отлично действительно смягчают, питают и руки, и ноги. Отличная бюджетная такая серия, которая, мне кажется, подходит практически всем. Я не считаю нужным отдавать много денег за крем для ног или для рук, когда есть вот такие вот два отличных крема. Моими фаворитами в этом году стали шампуни от Натуры Сибирики. Я показываю всего лишь один, потому что, конечно, я не могла сохранить их все. Но самым любимым на данный момент из всего того, что я перепробовала, является шампунь нейтральный и для жирных волос шампуни и бальзамы. Мне очень понравились шампуни Натура Сибирика и бальзамы. Действительно, мне подошли просто на ура. Также в уходе за волосами я хочу выделить вот такой крем O Angel. Он является питательным, у него безумно приятный запах, хватает очень надолго. И в течение всего года действительно я им пользовался, и он остается. И я думаю, еще останется надолго моим фаворитом. Это то средство, которое мне хотелось бы покупать снова и снова. Не могу не сказать про такой обалденный шампунь от Schwarzkopf. Вот так вот полностью его название, Super Strong Hold. Он просто подходит великолепно для любой прически, укладки. Отлично ее держит, сильная фиксация и в то же время не склеивает волосы, но может создать эффект неподвижных волос. Но с другой стороны, если вы просто захотите его вычесать, расчесывайте, не оставляет никаких белых пятен, а это очень-очень важно, когда у вас не то чтобы пятен, а нет ощущения, будто бы у вас появилась перхоть. Я не могла не сказать про расческу, которая стала моим фаворитом. Кент натуральная щетина. Вот такая вот расчесочка. Просто обалденная. Я ее очень и очень люблю. Итак, что касается ногтей, то моими самыми любимыми средствами очень и очень давно остаются средства от умной эмали. Во-первых, это бриллиантовая основа. Во-вторых, это топовое покрытие. Бриллиантовое
покрытие называется. И, конечно же, для тех, кто хочет отрастить здоровые крепкие ногти, это укрепитель для ногтей, улучшенная форма, который выглядит вот таким вот образом. Это супер вещи, когда-то действительно он мне очень помог. Также в этом году я безумно любила яркие лаки. Я не стала показывать вам все при все, потому что вы и так знаете мою коллекцию лаков. И хочу выделить вот этот лак от China Glaze, безумно красивый, который практически у меня уже закончился. И это действительно фаворит, это просто супер цвет. Два средства, которым я никогда не изменю, это, во-первых, тушь XXL. Люкс Визаж, это у нас белорусская косметика, именно, может быть, на камеру передается розовым цветом, это красные надписи, она самая лучшая, самая любимая. И от Эвелин вот такая вот сыворотка для ресниц, 3 в 1, это действительно, девчонки, супер вещь, активная сыворотка, укрепляет, защищает от той же туши, особенно если вы только начинаете краситься, красить свои реснички, чтобы не выбить пигмент, цвет из них, то пользуйтесь вот такой штукой. Она не помогает для роста волос, как роста ресниц, как здесь заявлено, но она просто супер добавляет объема. Действительно, она белого цвета. Классная вещь. Консилер от Catrice у меня появился не так давно, но я понимаю, что это действительно абсолютный фаворит года. И лучше, чем этот консилер, я не пробовала ничего. Он очень плотный, очень приятный, перекрывает все на моем лице, если есть какие-то недостатки, прыщички, капилляры и так далее. Я думаю, что это моя не последняя явно упаковочка. Была, не забыла я сказать про пудру от Clinique, которой я пользовалась, покупала 3 раза ее за этот год. Она у меня уже закончилась. Вот такая вот пудра Stay Matte, такая мат с матовым эффектом. У меня была во 2-м оттеночке каждый раз. Действительно хорошо матирует, она не супер перекрывает какие-то недостатки. Особенно прекрасно она для лета подходит. И, конечно же, бронзер от Art Deco, которым я пользовалась на протяжении всего этого года. Вот так он называется, с SPF 15, во 2-м у меня оттеночки, вроде как это была какая-то лимитированная его версия, но я осталась очень довольна, такой красивый у него оттенок, много-много раз я вам его показывала, супер пигментация, очень красиво смотрится на лице. Куда же девушка без парфюмов? Абсолютные фавориты, наверное, на протяжении последних 9 лет. Это Amour Amour, который классический я покупаю просто постоянно уже, да, 9 лет. И также Ангел и Демон Дживанши. Очень их люблю, очень. Они оба сладкие, одни более дерзкие, вечерний, ночной такой вариант. Другие тоже, я ими летом, весной всегда пользуюсь, хотя, конечно, нужно как-то разграничивать. И в этом году это было мое открытие, и, кажется, в этом году они появились. Это от Lancôme, вот такой вот парфюм. Я постараюсь внизу оставить описание, вернее, название абсолютно всех продуктов. Я очень постараюсь это сделать и не забыть, потому что сложно порой произносить. Они очень сладкие, и да, вот это моя любовь, фавориты этого года. Также фаворитами в этом году летом у меня была вот такая вот пудра прозрачная от Essence, которая очень и очень меня спасала супер матирующим эффектом. Это подводка гелевая от Essence, которая, к сожалению, у меня уже почти закончилась и засыхает. Я ничего лучше не пробовала, и я не скажу, что я пробовала многое, но это действительно абсолютный фаворит, и я думаю купить именно такую же подводку снова. И румяна, пожалуй, самые любимые были именно эти. Это Guerlain. Вот так вот они. Ну, не видно, к сожалению, да, название, наверное, все-таки. Но они у меня давно. И такой вот темный оттенок. Они и бронзер, и румяна в то же время. Но они остаются моими фаворитами. Средство, на которое я просто молилась этим летом, это идеальная кожа Aqua Крем. Мгновенная матовость. Супер! Вспоминала, что еще забыла вам показать. Это, конечно же, репейное масло. Это касторовое масло. Это настойка перца. И это те продукты, которыми, действительно, без которых я просто не могу и пользовалась весь год. Это листья крапивы, это также яблочный уксус, который у меня, к сожалению, закончился, не могу вам показать. Это корень лопуха, это все вот средства для волос. Также кокосовое масло, именно вот это я другие не пробовала даже, мне очень-очень нравится его эффект.
для тела я пользовалась в основном в этом году от Эвелин различными кремами, их много разных, я вам тоже показывала, рассказывала, были моими фаворитами. Очищающие полоски для носа, девочки и мальчики, обратите на них внимание. Я делала человеку, который очень-очень редко чем-то пользуется. Я видела такой результат, что я была просто в шоке. Все вытягивает абсолютно. Обратите на них внимание. Также скраб вот такой вот для тела антицеллюлитный, лайм и апельсин. С него начинался мой 2013 год, и им же я и заканчиваю. То есть в том плане, что покупила все-таки опять его, пользуюсь вот такой вот мочалочкой скрабирующей. То есть, ну, антицеллюлитный действительно. И за этот год самыми любимыми моими гелями для душа были вот эти от Palmolive. Вот такой вот французская ваниль, который я покупаю уже не знаю который раз, каждый раз у меня в пустых баночках. И вот первый раз я попробовала шоколадная вуаль, тоже мне очень понравился. Запахи потрясающие, пенится, ну все супер. Да, и забыла еще кое-что. Мне хочется сказать еще про очень многие средства из уходовой косметики и из декоративной тоже. Но все-таки, да, я чуть не забыла бодягу. Вот бодяга — это то, чем я пользовалась здесь на постоянно. Но мне хотелось выделить именно фаворитов, то есть то, без чего я, ну, вообще не смогу. Очень много у меня продуктов, которыми я еще вообще не пользовалась, поэтому это уже в 2014 году решим, что было фаворитами, а что ли нет. И хотя вот что у меня еще было фаворитами в 2013 году, это вот такое вот масло для загара. Для интимной гигиены мне очень понравился от Green Mama нежный гель-крем. Вот такое вот мать-мачеха, масло чайного дерева. Просто супер, уже почти закончился. У меня очень нежное, деликатное такое в использовании средства. Никто не отменял эпиляцию. И, конечно же, это воски мои любимые. Deepil Flex, абсолютно любые по плотности. Мне они все нравятся. И вот такое вот масло после депиляции, тоже Deepil Flex. Два моих самых любимых средства, вернее, даже не сколько средства, продукта, особенно воски. Это просто супер. Масло можно заменить на любое другое. Не могу сказать, что это прям фаворит фаворитов, но я им пользовалась на протяжении всего года. Но воски попробуйте, я думаю, вы в них не разочаруетесь. Книга, которую я вам всем советовала прочитать, это Луиза Хей. У меня полная энциклопедия «Книга жизни», но у нее много разных книг, то есть у меня такой многотомник. Вообще лучше всего, в первую очередь, я вам советую, вот даже вот видно сейчас по оглавлению, «Управляй своей судьбой», также «Исцеляющая сила мысли». Я вам советую, наверное, прочитать «Исцели себя сам», в первую очередь, потому что лучше этого я ничего не читала. Про страхи, про фобии, прощение, деньги, все просто, что можно. Я вам очень от всей души действительно рекомендую ознакомиться с этой книгой, и я подумываю сейчас тоже все-таки ее перечитать заново. Также я очень сильно люблю шарфики разные, цветные, черно-черно-белые. Я не стала доставать все, я просто хотела показать, что я люблю шарфики. И также никогда не выхожу я из дома либо без шапки, если у меня нет капюшона, либо всегда у меня на голове капюшон. И мне очень понравилась эта шапочка, это, наверное, самая действительно стала моя любимая. Самым любимым ювелирным изделием в этом году у меня были вот эти вот сережки и колечко. Это такой комплект, который я вам, в принципе, показывала. Я просто обожаю этот комплект. Ну что ж, девчонки, мальчишки, я надеюсь, вы не успели соскучиться, пока смотрели это видео, что вам было интересно. Я действительно постаралась показать все, что только могла. Желаю вам хороших выходных, праздников, Нового года чудесного, и чтобы у вас было действительно суперское настроение, чтобы у вас всегда была улыбка на лице. Я всегда говорю, берегите себя, помните о том, что нужно жить на позитиве, нужно улыбаться, и все обязательно у вас будет хорошо в новом году, в старом году, и просто всегда, просто верьте в это. Пока-пока!